Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches, и сегодня мы расскажем о командирских часах Восток с символикой ВМФ 211-139. То есть у них 211 корпус и 139 циферблат по номерам. Часы Чистопольского часового завода Восток произведены, соответственно, в России. Они механические. Заводятся они при помощи вот этой вот заводной головки, она у них закручивается. Вот ее надо открутить и, соответственно, по часовой стрелке покрутить, и они начинают ходить. Вот, максимальный запас хода у часов 36 часов. Что еще из особенностей? У них светонакопительное покрытие на стрелках, и вот эти вот точки, они тоже светятся в темноте. То есть в темноте вы сможете увидеть время. Материал часов — это у ремешка натуральная кожа, прошитая с двух сторон. Корпус из нержавеющей стали. На задней крышке написано «Водонепроницаемая» и «Россия». Но часы не особо водонепроницаемые, всего 3 атмосферы, защита от брызг. Плавать в них нельзя, нырять с аквалангом тем более. То есть, так, условная очень водонепроницаемость. Стекло у часов минеральное, дробь органическая, как заявлено производителем. Габариты модели 40 мм в ширину и 11 мм в толщину. Точность хода плюс 60, минус 20 секунд в сутки. Это все о данных часах, а теперь о комплектации. Они поставляются вот в таких вот коробках командирские, сделаны в России. И с ними идет два вкладыша. Один — это руководство по эксплуатации и гарантийный талон. А второй — это адреса авторизованных сервис-центров «Восток» на территории России. Это все о данных часах. Спасибо за просмотр.